собираем вот такой вот семитрак. У нас будет, как ты видишь, один забор, одна загрузка, 4 доставки. Мы приехали сюда в 7:30 утра. Кусок металла, деньги заработаем. Еду я, короче, получать новый трейлер. Внимание! Это распаковка. Это называется ночной дожор. Мы дальше едем на пикап-локацию. Такая вот жизнь дальнобойщика. Ты всегда в движении, ты всегда в дороге. Первый рабочий день. Сразу улыбается солнце. Говорится, солнечный путь солнечным людям. Смотри, прибыли. Забираем вот такой вот семитрак. Вот такая вот у нас установка. Это кран, подъемник. Присоединили, примотали цепями, приподняли, поставили проводку. Себе собрал столик. Салат Цезарь. Салат входит, сухарики. Что это? Бекон, сыр, курочка. Мой завтрак $7.72. Смотри, пришли, принесли мне накрутые, если печати. У нас будет, как ты видишь, один забор. Одна загрузка, 4 доставки. Что нам дали? Вот так вот загруженный трейлер. Мы везем какой-то итальянский стиль. Спасибо ребятам, что очень долго меня грузили. У меня была возможность выспаться. Мы приехали сюда в 7:30 утра. Сейчас 11:30. Погнали дальше. Решил погулять по крыше трейлера. Короче, сегодня начудил, натворил дел, влетел в мост. Снимаю видео, чтобы ты понимал степень повреждения. Это больше половины трейлера. Я здесь кидаю страп, чтобы оно не разрывало. Поеду куплю еще один, кину рядышком. Траковый навигатор, когда он говорит, что туда не надо ехать, значит туда не надо ехать. В моем случае я его просто выключил. Почему? Потому что он слишком долго думал, я на него обиделся. Лучше бы я подождал, лучше бы я стал на обочине, подождал, пока он раздуплится. А причина всей аварии заключалась в том, что я отвлекся на полицейскую, на мигалки, на работников ремонта дороги. Вот и все. Кусок металла, деньги заработаем. Все, что я должен сказать. И ты никогда не отчаивайся. Смотри, как красиво. И мастерская. Зашел его внутрь, тут 12 боксов. Во всех 12 стоят трейлера с подобными проблемами, так что умных людей хватает.
первом шапе мне сказали, что время ожидания порядка 2 месяцев. Приблизительно стоимость будет порядка 15 тысяч. На втором шапе мне сумму не назвали, сказали, мы тебе пришлем эстимейт на почту, так что ждем. Сейчас я на 3-й локации. 3-й шап нам сказал, что цена будет в районе 5-6 тысяч, но скорее всего ближе к 6. До конца недели трейлер будет готов. По работе там порядка 26 часов, они считают по 110 долларов в час. Так что пиши комментарий, что ты думаешь, дорого, дешево. Еду я, короче, получать новый трейлер. Вот смотри, вот это мой трейлер, который буду таскать. Видишь, они там в голове что делают. А вот это вот мой тречок, на котором я буду ездить. Вот шап, в котором это все происходит. Сейчас 6:37. Мне еще 6 часов надо ехать. Ну все, включаю свет и поехали. И каково оно? Оказаться почти под колесом. Внимание! Это распаковка. Распаковывать мы будем микроволновую печь. Короче, надо протестировать ее, правда? 4 котлетки на 1,5 минуты. Называется ночной дожор, а именно 2 часа ночи. Минимум 8 часов подряд я ехал без остановки. Это я к чему? Это к тому, что я очень устал, меня шатает, ноги не держат, хочу отдыхать, сейчас меня разгружают. Разгрузят, мы дальше едем на пикап-локацию, пикап-локация нас уже ждет. До пикап-локации ехать 2 часа. То есть вот такая вот жизнь дальнобойщика. Ты всегда в движении, ты всегда в дороге, ты всегда за рулем. Кому такое нравится, welcome, guys. Все, что могу адекватно сказать, то, что здесь, в данной профессии, одна из самых лучших заработных плат. Вот так вот выглядят доки. То есть вот это вот ролета, вот это вот дверь, мы к ней пришвартовались. То есть видишь, у нас стоит трейлер, грузимся. Мне сказали, что нужно подождать 3-4 часа, потому что очередь. Соответственно, что я делаю? Я иду спать.